Я а, не... Слушай, это не значит, что человек с тобой скромно разговаривает, это не значит, что ты там должен наглеть. Я не наглею вообще, я еще раз говорю. Я не собираюсь ничего, не наглеть, не рассказывать, ничего. Спарта, я его, короче, в курсе, да, если что, блядь. Смотри, я, ну, короче, ты знаешь, ну, все, хорош, хорош, блядь, Спартак, все, братан, давай, я ярком в курсе, все здесь, пацаны здесь. Алло, да, смотри, если надо, я завтра прям вылечу оттуда. Братан, пацанов держите, я вам скажу, видно, все, здесь совсем уже, дрымаг, все, брат, давай, все. Давай. Ну, что, Гунончик? Писал про меня? Я ничего не писал. Почему не извинялся? Почему Оксана? Я перед вами извинился. Я вот совершенно по-другому с Оксаной хотел переговорить. Я серьезно... Я не собираюсь связываться. Я наоборот хотел поговорить. И сказать, что мы... Руку убери, хуй. Против машины какой мы прием. Ты с кем? Ты меня знаешь? Секунду. Я вас... Ты какого вообще... Оксане, блядь, звонишь, ты... Оксане, я передал вот эту вот бумаги, те, которые... Извиняйся, извиняюсь. Я прошу извинения. Сядь, я прошу извинения, я ничего предосудительного не сделал. Я серьезно запомни, говорю. Запомни, блядь. Спартак, ваше лицо, сегодня прилечу. Я серьезно, я прошу прощения, я ничего предосудительного не говорил, скажи, не делал. Ты долбоёб. Я долбоёб, да, все. Я серьезно говорю. Гасить вас таких, на...